Недавнее приобретение футбольного клуба «Неман» Вячеслав Глеб, возможно, уже в ближайшую субботу, 22 июля, сыграет в составе «Немана» в матче 1/8 финала Кубка Беларуси против футбольного клуба «Минск». В этом сезоне «Неман» завершил первый круг чемпионата уверенно, и новый нападающий повод рассчитывать на хороший результат в сезоне. А это и кубковые игры. Пока игроки только притираются. Вячеслав Глеб уже ранее был на поле со многими игроками клуба, и, по его словам, шансы выступить слаженной командой у них есть. Уже пару дней тренируемся, но, конечно, притирка там пару недель понадобится. Ну, я здесь многих знаю, не первый день в футболе, поэтому, я думаю, адаптация пройдет быстро. Игра будет нелегкой, это ясно. Кубковые игры априори не могут быть легкими. Ну, постараемся порадовать наших болельщиков и пройти следующий раунд. Субботний соперник – столичный клуб «Минск». Команда молодая и перспективная. Поэтому на то, что победа будет легкой, главный тренер «Немана» не рассчитывает. Но считает, что шансы весьма оптимистичные. Хотелось бы, чтобы на этот матч мы вышли фаворитом. Мы сдаваться никому не собираемся. Пытаемся навязать и свою игру, зная, как играет соперник. Поэтому рассчитываем, очень надеемся пройти дальше. Приложим к этому все усилия. Хотя соперник очень серьезный, несмотря на то место, которое он занимает в турнире таблицы. Уже в эту субботу, 22 июля, за любимую команду гродненцы могут поболеть на стадионе «Неман». Начало игры 18:00.